Акияма Саннаюки, японский военный деятель, офицер императорского флота Японии, вице-адмирал, младший брат Акиямы Юсифуру. Биография. Акияма Саннаюки родился 12 апреля 1868 года в городе Мацуэма, княжество Мацуэма провинции. Происходил из самурайского рода, который в средние века занимался пиратством во внутреннем Японском море. В 1890 году закончил Академию императорского флота Японии, через 2 года получил звание младшего лейтенанта. Во время Японо-Китайской войны 1894-1895 годов командовал канонерской лодкой Цукуси. В 1897 году выехал в США, где проходил стажировку в местных военно-морских силах. Был военным наблюдателем японского посольства, подробно изучал опыт испано-американской войны и теорию военного искусства. По возвращению в Японию стал преподавателем Академии императорского флота Японии, получил признание ведущего специалиста в области стратегии, тактики и методов ведения боевых действий на море, заложил основы военной науки японских военно-морских сил. В ходе русско-японской войны 1904-1905 годов был начальником штаба японского флота под командованием Тавохи Хатира, отвечал за планирование операций, применив тактические приемы японских средневековых пиратов, разработал план действий японского флота в Цусимском сражении, которое принесло Японии победу в войне. С 1914 года работал начальником военного отдела Министерства императорского флота Японии. В 1916 году ему было присвоено звание вице-адмирал, награжден орденом Священного Сокровища Айви класса орденом Восходящего Солнца 2 и 3 степени. Умер 4 февраля 1918 года, похоронен на кладбище Аяма в Токио.